Опасный шорт – это, как я привел пример Теслы, да, то есть когда вы занимаете акцию, начинаете шортить, агрессивно играть на понижение, не понимая, что происходит. Но вот для начинающего инвестора лучше от этого воздержаться. Если в целом рынок будет падать, просто знайте, что вы заработаете не на падении. То есть вы не можете предсказать, когда начнется падение. И это очень важный момент, что так как вы не можете предсказать, когда начнется падение, то в этом случае, получается, нахождение в шорте приведет к тому, что вы будете платить деньги брокеру за то, что он предоставляет вам взаймы ценные бумаги, которые вы будете делать постоянно. И не факт, соответственно, что у вас хватит на это денег. Помимо всего прочего, рынок может быть иррационален дольше, чем вы кредитоспособны. И это тоже один из факторов, почему начинающим инвесторам лучше шортами не заниматься. То есть рынок может обновить еще максимальное значение, прежде чем пойдет в том направлении, в котором вы сделали ставку. Поэтому вот, ну, рекомендация такая: не занимайтесь опасным шортом, если вы являетесь начинающим инвесторами.